Дачное карате вас приветствует. Весна наступила, все зацвело. С лопатой мы поработали, размялись с граблями. После этого часа два пришлось отдохнуть. Такой массовый набег семейный на грядки. Ну что поделаешь, такова жизнь. На даче без этого не может обойтись. Опрыскать деревья тут не только полезли листики из недавно посаженных плодово-овощных культур, ну и полезли всякие насекомые, вредители, все это надо опрыскать, обработать, а до этого надо было обрезать. Это жизнь дачи. Но когда ты отдохнувший, когда солнышко светит, когда все прекрасно, самое время заняться карате. И сегодня вот мне захотелось вспомнить басайдай с мечом кота, шотокан каратэ-до, басайдай с мечом. Давно не делал, как-то вот попробовал на тренировке, что-то у меня не пошло, я что-то стал забывать. Ну вот решил несколько раз сделать, с разных точек снять и посмотреть сам на себя, но заодно и всем остальным показать, что можно этим заниматься. Взяли меч, если вы ходили в какую-то школу каратэ, уж басайдай-то вы наверняка изучили, если вы там года три хотя бы прозанимались. Поэтому легко можете справиться и с таким же упражнением, но с мечом тоже, с вкладыванием мощности, силы, резкости. Меч, конечно, тормозит, он тяжелый, его разогнать довольно тяжело и удержать довольно тяжело. Ну вот до мозолей можно позаниматься, можно, конечно, перчаточки одеть и так далее. Ну, в данном случае у меня достаточная подготовка, я смог это сделать, и вот хочу вам все это дело показать. Может быть, у кого-то возникнет желание поработать с мечом, используя ката шотокан каратэ-до, взять в руки меч и попытаться повторить. Ведь ката тоже можно делать разнообразно. Можно делать простейшую ката и добавлять туда какие-то дополнительные элементы. И вот одно из усложнений – это взять в руки какой-то инструмент. Можно шанцевый инструмент, взять лопату, попробовать с лопатой, как это получится, с граблями, я не знаю, там, с двумя какими-нибудь копалками, с двумя совками, например. Можно с двумя мечами попробовать сделать. Я вот сделал кота ганкаку с двумя мечами. Очень хорошо получается, очень органично укладываются все движения. Я думаю, что поэтому ката так и прижились, и как система подготовки бойца, что они очень органичны при любом применении. Или по воздуху, или это будут удары конкретно по противнику, какие-то фрагменты, и дальше идут какие-то вариации. Когда вы хорошо освоили ката, тогда вы уже делаете что-то более сложное. Но вот в данном случае можно самому себе сделать определенное усложнение вот таким путем: взять в руки меч, самурайским мечом, катана, и вперед, вперед. Yeah.
очередной выпуск дачного карате закончен. Мы прощаемся с вами. До новых встреч. Занимайтесь спортом, занимайтесь боевыми искусствами. Защищайте Родину на деле, а не на словах. Георгиевскую ленточку одеть — это еще не защита Родины, это вообще может быть самообман. Поэтому помните, что защита Родины требует определенной подготовки, и каждый мужчина может этим заниматься. Слава России!